Вы известны как пятерка отъявленных злодеев, хищников, беспринципных хулиганов. Ой, сейчас утону в комплиментах. Мы плохие парни. Один хуже другого. Мистер Змей. Сверхмашина для вскрытия сейфов. Второй Гудини. Но только без рук. Джекпот! Есть! Мисс Тарантула. Многорукая богиня-хакерша. Ты где этому научилась? На Ютубе, конечно. Мистер Пиранья. Храбрый до безумия. Как водичка? Мистер Акула. Гений маскировки. Знаменит тем, что похитил Мону Лизу. В образе Моны Лизы. И, наконец, альфа этой стаи. Я... Плохой страшный волк! Да, мы очень плохие, но в этом мы хороши. Взять их! Делаем ноги! Удачи, лузеры! Ой, вот так невязочка вышла. Нет, волк! Может, плохим парням дать шанс научиться быть хорошими? Если не хотите в тюрьму, придется исправиться. Ты что творишь? Мы только притворимся хорошими. Плохие парни, типа, становятся хорошими, чтобы остаться плохими. Догоняете? Нереально круто! Волк, ну ты гений! Приветствую вас в лучшей версии вашей жизни! Смотрите, кошка застряла на дереве! Что вам подсказывает сердечко? Кошечку нужно с... Сцапать? Схомячить, бутербродец! Съесть! Ой, безнадёга, её нужно спасти! О, да, точно, точно! Хорошие парни! Мы начнем новую жизнь! Все любят нас! Хороший мальчик! Может, я больше не хочу быть... Кем? Злодеем? Врешь! Мы навсегда останемся плохими! Плохие парни. Попробуем что-нибудь попроще. Сейчас я дам тебе мороженку. И я ее сожру. Нет, поделишься. У меня аж слюнки потекли. Что? Повелся? Теперь моя очередь делиться. Кому того стоило? В кино с 24 марта.